Некоторые мои знакомые говорят, что Новый год – это бессмысленная трата денег на никому не нужные подарки, что они давно не ждут от этого Нового года ничего чудесного. Почему-то я им не верю. Мастер праздников Андрей Вишняков не боится признаться в том, что до сих пор верит в сказку. Нет, правда. Вот и снимать процесс переодевания в дедморозовский костюм строго-настрого запрещает. Иначе предупреждает, сказки не случится. И это табу и есть ответ на вопрос, для кого он делает праздник. Я бы сказал, это взаимовыгодный паразитизм. Потому что, с одной стороны, я спекулирую детской мечтой, но с другой стороны, я сам в нее верю. Ну, я бы сказал, это взаимовыгодный обмен. Дети хотят праздника, а я хочу устроить праздник. Новогодний сезон он решил открыть с ижевского приюта. Оттуда дедушке пришло больше всего писем. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуй, Дедушка Мороз, какими судьбами? Ольга Борисовна, здравствуйте, это Ольга Сорокина. Я хочу сказать, что завтра в 7:45 мы выезжаем. Да, 8:30 начало. Да. Хорошо, да, конечно, будем. Как там, ребята? Какое настроение у вас? Понятно. Да, ну, мы рассчитываем на песню, как минимум, да. Да, спасибо. Спасибо, мы будем. Да, до свидания. В конце декабря на телеканале «Моя Удмуртия» привычный аврал. На то, чтобы поздравить своих подшефных, детишек из школы-интерната в Канифольном, у шеф-редактора сайта Ольги Сорокиной 105 минут с 7:45 до 9:30 утра. Но за это время нужно успеть доехать, а это 30 километров от города, поздравить ребят, вручить подарок и вернуться обратно. И хотя на само поздравление времени почти не остается, не поехать нельзя. Дети не поймут. Если сказать честно, то мы не выбирали этот интернат. То есть у нас не было задачи, вот, а давайте там посмотрим, кому хуже всех живется. Нет, совершенно нет. Просто так получилось, так сложились обстоятельства, что мы вот попали с командой именно вот в этот интернат. Может быть, не случайно, я не знаю. Я не могу сказать, что это точно такие же дети, как и все остальные. Нет, конечно, действительно ребята с проблемами в развитии. Но они человеческие люди. И вот они тоже живут на этой земле. Подарок ждет. Телекомпания «Моя Удмуртия» доверила передать Ольге и мне, автору программы «Право на счастье», ребятам слоненка. Он 2 года был верным талисманом нашего проекта о детях-сиротах. Лично я не помню ни одного Нового года в детстве, проведенного без родителей. Помню, как вырезали снежинки, клеили их на окна, как делали с мамой снег из ваты. И лично мне очень трудно представить, что кто-то из детей проведет его по-другому, без папы и мамы. Денис, что мы будем делать для мамы сегодня? Бусы. Бусы? Да. А мама? У тебя любит носить бусы? Да. Угу. А для чего думаешь ей бусы? Чтобы она была красивой. Красивая? Самая красивая была на Новый год, чтобы она их одела, да? Да. Угу. Давай поменяем бусы тогда, сделаем ей еще браслет на руку.
Эти дети уже точно проведут свой Новый год вдали от родителей. Их папы и мамы проходят реабилитацию от алкогольной и наркотической зависимости. Во всем остальном у ребят будет самый настоящий праздник. Его для них проведут взрослые детского центра, с которыми дети сегодня делают подарки для своих близких. Яна готовит для мамы портрет, Денис – бусы, Лера решила удивить родных своим знанием английского. Ой, ты уже и ротик нарисовала, и носик нарисовала. Ой. А давай теперь волосы нарисуем. Тебе нравится? Теперь волосы. Ты же говорила желтые. Давай желтые волосы рисовать. На самом деле, ребята, они очень привязаны к своим родителям. Они каждый вечер, когда мы ужинаем, когда там проходит у нас обед, они вспоминают, каждый делится друг с другом воспоминаниями о том, как они жили со своими родителями. Они верят, что их родители восстановятся. Детям не удастся отпраздновать этот праздник вместе со своими родителями, чего бы им очень сильно хотелось. Вот, но чтобы как-то скрасить это беспокойство, они готовят, приготовили, вместе с ними мы приготовили эти подарки для родителей. Родители очень трепетно относятся, они отдельно на месте, где они спят. То есть они выкладывают все это, они развешивают эти рисунки, они любуются. Дорогая Наташа, поздравляю тебя с Новым годом и желаю всего самого-самого лучшего. Но в подарок прими эту чудеснейшую волшебную коробочку, в которой лежит подарок тебе на этот замечательный праздник – Новый год. Еще недавно здесь хранились лампочки, но моя дочь придумала сделать из них коробки для новогодних подарков. Они пока еще пустые. Но она знает, что 31 декабря ровно в 12:00 здесь будет лежать тот подарок, о котором она просила Деда Мороза. Деду Морозу повезло. Он у этих детишек в этом году первый. Будет еще и не один Дед Мороз, но последующих вряд ли встретят так дружно и с таким нетерпением. Все погладим себя по голове и скажем, какие же мы хорошие, хорошие, молодцы. А теперь левую подняли, погладили соседа по голове и сказали, какой же он хороший, хороший сосед. Детей Канифольного вниманием не обделяют. Хорошо помогает и государство, хватает и спонсоров. В частности, моя Удмуртия не один раз в год приезжает с подарками. Но этот все-таки особенный. Я загадала, чтобы каждый, кто прикоснется к этому слону, дети или воспитатели, или гости, у них исполнится какое-то заветное желание очень хорошее. Поэтому мы вам его дарим, поздравляем с Новым годом, желаем здоровья, счастья и творчества, и хотим, чтобы ваше самое заветное желание обязательно сбылось. С Новым годом! С Новым годом вас наступающим! Желание. Пусть он с вами. Да. И держите. Желание загадываем. Не забудьте загадать желание. Особенный подарок для детей приюта хотела сделать и Деду Морозу. Такой нашелся в отделе сладкого.
Опытный дедушка после недолгих сомнений решил: лучше одна, но большая конфета, чем много, но маленьких. Вот такая шоколадина! Не учел Мороз только одного, что дети так быстро примут его за родного деда. И очень удивился, когда после подарков и привычных спасибо они стали его обнимать. Ой, спасибо вам, что вы меня ждали. Письма ведь писали. Я готовился, вот. Больше не замерзай, а то сосуд не ставишь. Разгадывайте кроссворд, отвечайте на вопросы ведущих программ и присылайте смс с ответом на вопрос. Первые 13, приславшие смс с правильным ответом, получают приз. Ответы принимаются до 17 часов следующего дня. Итак, вопрос от нашей программы. Каким человеческим качеством, по мнению специалистов опеки, должны обладать будущие приемные родители? Финал конкурса 30 декабря. Ведущие программы вместе со зрителями в прямом эфире собирают кроссворд. Из первых букв слов кроссворда собирается слово-анаграмма. Зритель, разгадавший анаграмму, получает главный приз – диван от компании «Мерлачев Мебель». Кроме того, разыгрываются гаджеты от компании «Мегафон». С Новым годом!